Кроссовер Link & Q01 прошел плановое обновление и вскоре появится на европейском рынке. Модель отныне будет доступна исключительно в гибридном исполнении. Link & Q01 EMF – первая модель, оснащенная интеллектуальной гибридной электрической технологией Link Emotive. Кроссовер построен на платформе кроссовера Volvo XC40, и в разработке модели приняли участие шведские инженеры. С 2021 года китайская модель продается в Европе и даже успешно прошла краш-тесты Euro NCAP. Новый Link & Q01 узнается по освеженной решетке радиатора, измененным фарам и фонарям на всю ширину кузова. Бамперы стали агрессивнее. Кроме того, кроссовер получил 19-дюймовые легкосплавные диски нового дизайна. А также сохранены культовые дневные ходовые огни. Изменения автомобиля в основном сосредоточены в задней части автомобиля, где используются популярные задние фонари сквозного типа, и в то же время изменяется внутренняя структура матрицы, которая становится более многослойной. Кроме того, автомобиль также имеет скрытую выхлопную систему и более продвинутую нижнюю защиту. Подписывайтесь, ставьте лайк. Поехали дальше. Что касается интерьера. Общий стиль простой и современный. Цвет салона будет доступен в черно-белой замшевой и черно-белой воловьей коже. Китайский кроссовер получил новое рулевое колесо и большой центральный экран управления. Интеллектуальная часть автомобиля – 12,3-дюймовая полнофункциональная панель приборов и 12,8-дюймовый центральный сенсорный экран. Автомобиль оснащен чипом Qualcomm Snapdragon 8155 и новой интеллектуальной системой голосового взаимодействия Baidu. Отныне все Link & Q01 будут гибридами. Кроссовер оснащен новой силовой установкой с 1,5-литровым турбодвигателем Volvo и электромотором суммарной мощностью 245 лошадиных сил. И оснащен трехступенчатой коробкой передач DHT Pro. Он разгоняется до 100 км в час за 7,8 секунд и расходует 4,9 литров на 100 км в смешанном цикле. Кроме того, режим рекуперации также может использовать энергию при торможении для зарядки аккумулятора, так что каждая капля топлива может эффективно преобразована в пробег. В то же время Link & Q01 EMF также оснащен 27 интеллектуальными функциями помощи при вождении, которые делают путешествие проще и спокойнее. Что касается цвета кузова, новый автомобиль добавил две эксклюзивные автомобильные краски – Fuchsia Blue и Extreme Day White. Кроссовер от Geely и Volvo прошел фейслифтинг и вскоре поступит в продажу по цене от 28 до 31 тысячи долларов. Об этом сообщает официальный сайт китайского концерна. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайк. До скорой встречи.